Здравствуйте! Сегодня я сделала сырнички в духовке. Этот рецепт я еще не делала, попробовала первый раз. На днях увидела его в интернете. Я делала уже в духовке сырнички. Кто не видел, обязательно посмотрите. Но там у меня в духовке я разливала по формочкам, как кексики. И, кстати, кто сидит на диете, вот те кексики воздушные, без муки. Вы знаете, некоторым нельзя муку, там, ну, из-за кто сбрасывает вес. Вот здесь эти с мукой, а есть у меня сырники без муки. А этот рецепт немножко другой, здесь уже не надо никаких формочек. Здесь вот, знаете, многим нельзя, например, жареное. Многие вообще принципиально не жарят на масле. Вот такой рецепт для тех, кто, скажем так, ленится стоять у плиты, не хочет стоять жарить, переворачивать. В общем, сейчас попробуем. Я еще их не пробовала. Мне самой интересно вообще, что там получилось. Мама, хочется, конечно, взять руками, но я для приличия возьму вилочкой. Я с вареньем буду есть. Мама, можно? Ты хочешь попробовать? Да. Ну, попробуй. О, какой горячий. Можно я руками? Угу. Я как-то больше... Давайте я без варенья попробую, чтобы понять. Вы знаете, они очень мягкие. Они очень нежные. Это шедевр, ребята. Шедевр. Скажи шедевр. Шедевр. Тебе нравится? Да. Вкусно. Они обалденные. Они обалденные. Просто супер. Я довольна, да, Зая? Да. Довольна. Сейчас пойду всех своих звать. Будем кушать сырнички. Вы знаете, они похожи, даже не знаю. Что-то между кексиками и сырниками абсолютно нежнейшее. Легко отстают от... Вот это у меня силиконовый коврик. Я ничем его не смазывала. Ребята, я прям довольна. Такая вкуснота. Я сейчас объемся этих сырников. Ну, просто супер. Я надеюсь, что вам тоже понравится мой рецепт. Да, Зай? Да. Ну все, скажи до свидания. До свидания. До новых встреч. Пока. Пока. Вкусно, да? Да.